Новосадовая улица энтузиастов. Дом, который строим под заказ. Сейчас осталось у нас сзади здесь одна стенка. Чуть-чуть камня тут не хватило. Сейчас довезли камень природный. 8 квадратов нам не хватило на заднюю стенку. Ну и все, получается все. Токарь будет уже закончен. Сейчас ребята тут у нас занимаются подвалом. Сейчас покажу. Ступени уже в подвал сделали. И сейчас идет штукатурка. В общем, еще день-два, и все, подвал будет уже с отделкой у нас. Подвал, как я говорил, он на два помещения поделен. Получилось, конечно, здорово. Одно помещение будет как подвал использоваться, и второе подсобное. За место сарайчика. Заканчивают здесь уже у нас крышу. Пленкой ребята уже натягивают. Металл уже тоже сюда заказали. Дней, ну через неделю, может дней через 10 придет металл. И уже будем тогда покрывать. Также сегодня электрики делают у нас разводку электричества. А Андрюха где, Гер? Да поехал. Что-то на дом надо съездить. Провода у нас на розетке идет 3 на 2,5 ГОСТовский. И на свет 3 на 1,5 тоже ГОСТ. Везде выводим ТВ. А здесь ТВ это он показал, что наверху, да? Ага. Так, так обычно мы его здесь внизу выводим, то есть как стенка идет. И за стенку, чтобы все это розетки прятались. Телевизор на стенке стоит. Ну, заказчик здесь вот его поднял, скорее всего, на стене будет висеть у него. И вот здесь, в этом месте, будет видеодомофон. ТВ-кабель у нас вот такие. Не знаю, видно, наверное. Бухточки выкидываем наверх. То есть, когда антенну телевизионную будут устанавливать, там разматывается на любой край дома. Можно будет, ну, кабеля этого хватает. И здесь сразу заказчик, пока идет вот, еще не заштукатурили ничего, пока работы идут, здесь сразу завел интернет. Вот у нас провод, здесь проводной интернет. В доме будет у него просто тарелка, ой, тарелка, говорю, роутер Wi-Fi. И какие-то комнаты там будут, компьютеры подключены, проводной будет. Такой же точно дом строим на Дубовской заставе. Цена 7 200 000. А, ну да, еще вот здесь у нас изменение, это перегородку убрали. Все дома, которые на Дубовской заставе, у нас вот здесь перегородка еще стоит. То есть еще отдельное помещение сзади гаража. Еще раз повторюсь, чем хорошо брать на таком этапе, можно вносить все изменения. То есть вот конкретно по этому дому здесь у заказчика изменений прям
очень-очень много. Сразу у него здесь будут откатные ворота. Добавил тротуарной плитки он. Розетки, ну тут много таких вот дополнительных поустанавливали, и не так, как мы размещаем. То есть уже делал под себя. У него уже есть эскиз мебели, как вся будет расставлена. И под это они уже здесь вводят ему сейчас электричество. Этим, конечно, намного удобнее покупать вот на таком этапе. Такие вот, я же говорю, сейчас у нас как раз только к крыше приступаем, одна коробка на дубовской заставе. И есть свободные еще участки, где можно даже по вашему проекту.